Во время оно приеде Иосиф от Аримафея, благообразен советник и житой обещая Царствие Божие, Иисус Пилатом посетил Иисусову, Пилат же дивися, что уже умре, и призвав сотника попроси его, а что уже умре, и увидев от сотника на детей Иосифови, и купив плащаницу, и снег его и в плащаницу, и положил его в гроб, и живи сечен от камня, и провели камень на дверь гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа, здравствуйте его полагаху. Минувши субботе Мария Магдалина и Мария Яковка, и Соломия, купивши ароматы, да пришедши помажут Иисуса, и сего за утро выйдено от суббот, приидоши на гроб, воссиявши солнцу, и глаголоху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба? И возревши, видевши, як отвален веками, бело двери сего, и влезши в гроб, видевши юношу, сидящего в лесных, одеянного одежду белую, ужасошася, он же глаголом им, не ужасайтеся, Иисуса ищите Назарянина распятого, воста, не здесь место, где же положишь его, но идите в цити учеников его и Петрови, яко вараем в Галилее, там вы его видите, яко рече вам, и шепче бежаша в гроба, и мяше же и трепет и ужас, и никому же ничто же решать.